Всем добрый вечер. Показываю эту смесь, я купила вчера. Называется компотная смесь. Ну вот решила сегодня сварить компотик с нее. Ну, конечно, не полностью я сюда поместила все, что я купила. Я купила вчера около килограмма. Да, не дешевое это удовольствие, конечно, но зато компотик получится. Написано по составу, по чеку. Здесь вишня, алыча, слива, черная смородина и яблоко. Ну вот сейчас заливаю водичкой это все. Чистой питьевой, которую мы покупаем в автомате. Ну вот я залила водичкой не полную кастрюлю, потому что она еще будет закипать и будет подниматься. Ждем, пока закипит. Цена за килограмм этой смеси стоит 89,90. Ну почти 90 гривен. Так, ну вот компот закипел. Сейчас я все эти ягодки выложу на тарелочку и буду сахарить компотик. Из компота я все ягодки достала и добавила туда сахара. Но сахар по вкусу. Кто-то любит кислее, кто-то любит слаже. Остались вареные ягодки. Вот, как я уже говорила, что это. Оставим это поле, она все съест. Компотик хорошо прокипел с сахаром. Я его обычно оставляю минут на 5 на самом маленьком огне и потом выключаю. И разливаю по чашечкам для того, чтобы он остыл. Ну или пить как чаек.